Две большие премьеры на городском телеканале. Не пропустите. С понедельника по четверг в 9 вечера смотрите новые серии «Ворониных». Это долгожданный 16-й сезон популярнейшего семейного ситкома. Проект стал одним из самых успешных в России и полюбился зрителю еще 7 лет назад. А вот другая громкая премьера – сериал «Апокалипсис. Выжить после». Его эфир также с понедельника по четверг, но в 22 часа, то есть сразу после итоговых новостей нашего канала. Это один из самых необычных российских телепроектов, обогнавший по рейтингам даже голливудские блокбастеры. Месяц назад в Москве произошла вспышка эпидемии неизвестного заболевания со 100% летальным исходом. Те, кто не успел эвакуироваться после введения карантина, погибли. 1 февраля. На прошлой неделе мой коллега опубликовал видеозапись, подтверждающую, что в Москве появились какие-то странные девушки с черными глазами. Это видеомонтаж. Премьера. Можно ли создать инструмент для контроля над нашими красавицами? Я думал, что наша задача – создание вакцины. Об этом не надо упоминать в отчет. Работает? «Выжить после» с 1 февраля в 22:00. А радио Хит ФМ Ярославль презентовала новую акцию. Она посвящена предстоящему Дню Святого Валентина и называется «День влюбленных» на Хит ФМ. Главное условие – вам исполнилось 18, и вы активный пользователь мировой паутины. Хит ФМ ждет самых разнообразных валентинок от вас в своей официальной группе ВКонтакте. Точный адрес vk.com/hitfmyar. Победителю достанется отличный приз, так что действуйте, спешите. День влюбленных на Хит ФМ. Если вам уже есть 18 лет, то оставляйте ваши валентинки в официальной группе Хит ФМ ВКонтакте. Победителя, набравшего наибольшее количество лайков за валентинку, ждет романтический ужин в ресторане на двоих. И с наступающим вас праздником!